окно открыть нельзя. Страх будет, что творить. Представляю себе, сколько животных погибнет в эту непогоду, потонет по подвалам, по ямам. Вот так вот, вот такая участь. Вот такую участь они заслужили у защитника. Мрази, подонки, за деньги продали вообще все. Ужас, пусть дети их не вот так вот по норам этим прячут и прячутся и тонут. Там все в воде везде, там вон ямы, блядь.